Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Пожилой человек переходил дорогу по зебре напротив дома 23 по улице Парковой. Водитель 14-й, дождавшись приезда скорой помощи, уехал с места происшествия. За информацию о виновнике ДТП гарантируется вознаграждение. Отдел ГИБДД города Нефтекамска обращается всем свидетелям, очевидцам дорожно-транспортного происшествия, имевшее место по улице Парковая напротив дома номер 23, где водитель автомобиля марки ВАЗ-2114 темного света после совершения наезда на пешехода скрылся с места ДТП.